Итогинен кандидатчилар эхеги бу жакускай бирини карагат. Бүгүнү бириге биреги жакускай дага коммунальный туту техникумар кадан турабыт. Бу техникум биреги олокпуту жахпыт тупсагай аныгы уна табагаста боларан тухугар арас коммунальный хаяства уна туту идерах үлхеттери специалистери итен үйретен тахарар. Бүгүнү бириге биреги бу техникум историятын бисяхпыт уна билинги үлетин хамнахын эми сырдатыхпыт. Тогынча 930 жылдагы жукускайда сахаһерин обкомун быгарытынан бу коммунальный строительный техникум ден терилдибит. Тун осендан хурукка бичке кийбитинен туту эгетигер каяндаганы билек адамдар билемдир техникум бар болуктахтен ол сагана элбех техникум терилдерин кемигер бу строительный техникум ден терилдибит. Олох считает особенно важным создание строительного техникума ден олох хуркабичке кирехте. Этинне это хахолвра бу техникуму бастатан туран яку стройка сэхэр бэттэрэбит. Отон үдюбитте отут салаха тон бу сахайра уна жокуска корат күскетек хайдаргар туту олох күскетек барарагар именно то кадр хахан баран надо болар. Колбра билигин да анан нук актуальный дем, мучалык так актуальный был дем. Кеге олгон тухары же туттар, арас телтене тутулдылар. Оннан каянда аны туту кегите каянда надо булды. Онтон же мантан 30 жылдан агалан бу техникум бетин историятын сурукка бичке келдер битинен агынабыт. Онтон 1933 жылдагы бу строительный техникум, автодорожный техникум холбуллар. Холбан бараннар бир улахан тарелдетериендер бе. Строительный техникум ден. Бу техникум бейтен лютен тыгынча 939 жылда катлы үлендир, үлленкелер. Онтон эми реорганизация нучалы тахаттан каратык мелдорттан телеритен жукускайдагы автодорожный техникум ден болар. Оно били туту түтөр алан көдөхө отделение быгытынан сол тутулара же тутулара ден калбара мээндик токтак кайыскалага бит. Ол кендитен же бу техникум тахрик эмигерин мээндик күскөтүк үлелир бээден калбара кадырдырын эме тахарар тугыракан кемдер була ди ол кемге. Онтон тыгынча 1900 хетте аллака техникум бээде коммунальный строительный ден терилдер. Эми каратык уларыты барар, онно кайыскаларын улартандар автодорожный, уну строительный ден кайыскатын чөпчулан берелер. Онтон да үлетин онук же ыйдан эхер. О кенеттен тыгынча 1906-15 аллака бу техника мемме каратык улар эхер. Олларыан баран холбура кене алданнагы политехнический техникумга сыстар, филиал болар. Үлән көрөн бараннар шөтөкке эмелларыты барар. Тыгынча 997 аллака бирибизде урагынан бу жукускайдагы строительный техникум онна колледж строительного профиля ден эме жукускайдагы тәлилте колбоналлар. Эти колбонан да эме техникум быгытынан үлән келеллер. Ол кенеттен да табу онна ол хагана биле икитинче 5 жылга ток болар. Биле конулар ийте болар бүтүн Россия дүнөн. Ол улар ийтегер колбара дене такка үддүк үрөк кыгатын онна ортон алып үрөк кыгаларын тустугунан арартылдылар. Колбара дене такка үддүк үрөк кыгаларын баратын бу федеральный өтүтүөр берелер, 10 тон ортон алып үрөк кыгаларын баратын бу республика өтүтүөр кааларылар. Энеген ол қаларыларға рөме олары тұр тәлеріте болан баран, 2005 жылдағы бірістығы турағынан техникумдар рөме тәрелелер, ол онына бұ анығы кәмге тәреле бітінен дейін әттіққа бұ Якутский коммунальный строительный техникум дейінде онына тәрелелер. Бәйті олық тұспа тәрелеті бұғытынан. Онына әттіққа әте олары тұғы үддігі өрек, онына ортаналы өрек дейтіққа. Беги техникум от Олхагана Якутский инженерно-технический институт тен были терлен лихидибута. Ол онна тох бэтна бэта были
Да, ну человек такое структурное подразделение будет нам легендивит. Вдруг вирахтер были техникум будет нам легендивит. Он там где был и китайцы тебе солдатан тугнан тель таволан тель левит. Бастакетерлитер, конечно, тухтар уступтар баллар это холовраден это бета тухнан где-то го кинеха специально где-то тулу атака нигнан кастаганы хит дергеманнек кюхаджан улямбаран. Экитинча агасаллаха бу Ачиченко 6 адреска бу билинген олорор дебетин берелдер. Бүндіне бу де туха жерета, гранилле завод тем болар бұлда де, ол бейден интернет жерета. Ол кемгеттен манна хүдді ағылыхан калаты келдер бет Светлана Валерьевна Калинина. Кене бу экитинча, ну тоғуыныз, онна экитинча ғаладаха директорына білебеті. Он того сол сюрбе усел устата бо техотингуме улелир, он того сол устата директорнен улелир. Утелите телите бухерне териерге дякене хюрен котенетен, бейтен сратен бирен тен улелите хали. Он тан дябо кюм бачангал холвара бо телите бухерне улелен калембет. Билинге тургунан туту өтүтүгер, он бо олог жахак коммунальна кахайсты өтүтүгер билин кададыр билемнебит. Офсая хеттюхи сүлбе бес студент ақпыт. Білінге түрігінен сүлбе үш группалы өрені хаддер. Оны тәңе хүдді қалбақ специалистер рабочу профессиялары. Ату басынан туту түтігер. Хыл айатын 200 студент ала бұд. Ату қолабыра түті середнем. Например, бұлырыңы үра делігер беге 200 бебе студент ала бұд. Басты курска, он сылақсын қолабыра төбі тоқтарының учебіні планарынан, үйренікттерінің не беремедің аттарын тағардық бұдына ортотынан сүйіс студияны бейді тағарабыд. Білінге қолабыра өтетінің алан көтдіқ бұдына туту әйгеті, олық жағақ коммуналық қағасты әйгеті үйдіған бұ специалистерге надиялар. Негінен қолабыра бейді студияны бұдың практика тақтарына үліға олар түгендері хүдді қалбақтар. Түманна денет таққа туту-түтігер әте күскетік білейін тоқ бұл бұл бұдады. Пандемия кәмегер үлігет үлігін ады бұл бұдар олық күскетік үлігі қамсаны бар бұда. Манна үлдері қалтан қағаламыд бұл студенческий строительный отряды ден бағалар. Ол оны қолбыра байыстырын бейге олық күскетік білімді бейт. Краткосрочные курсы дем балар олох биле кылгасы боджоққа рабочий кадыдыр білімін дейбейт. Тәрелтелерге хакағынан қолбырандық кадыдыр білімін дейбейт. Оныттан бұл ортан алу ирақтақ тойчаттар тақанлар тәрелтелерге тұн. Арасқа тұғыспатын болу республика өт бару мұныктары барлығар беге техникум бұд бұл бұсниктары өлі дейді жалдар. Тенен әттіға беге тұн Энергетин дағаны түн өсі күскетік білімдер сұғылбы сұрық бұд тұрар. Сағым әттін сүрін күхіл қабыттен бейгі абсолютивы тұғық бәйбетігер. Оны тұбу дегінен аналлақ же от бары біті олар бейгі әттін олық күскетік. Үлдірге қамсынғы олық бәлем олар өп бұлайды. Қадырдары ұлан көрерімі пұлақ бұдына хүддіғ Қолыбыра дейінет таққа бейге технику ұмыт бұл строительный образовательный кластер дендер үләлейлер республика өтінен. Де қайыз қалара хүдді қалбақ, ағандас бұл бейгері технику ұмыт ұнды кластер тірінен үләлерден болмадық. Қандық бары біле ғорнайда болуын, промышленная, нефтегазовая, транспортная, хүдді қалбақ ұнды кластердер барлар. Оны бейге министерство өт білген илан сағалан түн үлліті әнджер. Оның түн бұл кластер нөңе ұлан әтәрәбіп бұллақ бұтына туту тәрелттәлерін барытын бәште қабабыт туға түтінен. Бұл союз тарейтелей өттінен үксіл ләхімміт бігі қаз бидді бұл туту тәрелттәтегер тақар кәқті ақпыт. Оны туту тәрелттәлері бігі қаттан практика ғытар туқ бұл алар. Тұн ұчылы тақы бұл шақалабы болалар. Сөйіп, тұманна
ол өтүтүнөн лакпатына билген союз строителя бигени основной площадка осталар конкурстарында гитаргар оно тенге билген нучилет така независимая оценка квалификации ден тохкирара турар тен экзамен дейі көндік. Бұл туту вообще рабочий кадр дарга. Ол пачаката холар беге маннығы дақтақ бұд. Соглашение түйесен уже өлеветен хала бұд, аспыд сылттан. Оны тенге алуғы жағақ те коммунальны қағасты түтігер оның пачака бұл бұта кетігінші он ағы сылттан. Сварка холара независимая оценка квалификации денег ппыт. Тети куду холара это хайда хальбах тряхна баранлар. Джукускайда коммунальная туту техникум гарсюринен туту коммунальная он на газ хай солевер аналах техник тары. Блемнян тахаравут. Бастатан туран биги техникум тар тохсус класс он на вомбирс класс аттестатнын кире хосеп экзамена сух. Манна олата аттестат ортабалнын кире хосеп. Тохс класс кенеттен бусылга электросварщик, электротехник, теплотехник, слесарь, остеокольщик, он на декоративно тосолеттегер аналах профессионал баллар, он тон 11 класс кенеттен, эссе же туту тегар ити он на газ келерэгенгер техник тарга оңорын тахарывуд. Бухай скаларынан бир сылтан сағалан, икки сыл уаны игарлы веренек түрінсөп, ол таханан эссе 11 класс кенеттен кадақтан веренэгін эме бар. В первую очередь головой нашего учебного заведения являются органы самоуправления студенческие. И самым первым органом является орган студенческого самоуправления под названием Студсовет. Студсовет занимается контролем над обучением студентов, работой с отстающими студентами. А также самой главной, пожалуй, изюминкой студенческого совета является именно улучшение досуга для студентов. Студенты, приходя на различные мероприятия, активно принимают участие, вследствие чего получают множество различных приятных воспоминаний и эмоций. Вторым органом самоуправления в нашем учебном заведении является профсоюзный комитет студентов. Профсоюзный комитет занимается контролем над правопорядком, а также защитой прав и интересов студентов. Также профсоюзный комитет оказывает помощь и поддержку для студентов в различных социальных вопросах, и также при несчастных случаях и каких-либо семейных обстоятельствах может оказать материальную поддержку. Студенческая жизнь — это очень интересная, веселая и насыщенная жизнь на самом деле. Но есть одно «но». Для того, чтобы эта самая студенческая жизнь протекала с весельем, с запоминающимися моментами, с хорошими эмоциями, необходимо всегда проявлять актив. Потому что иначе вам будет казаться, словно бы вы просто сидите в какой-нибудь скучной аудитории, ничего не делаете, и жизнь ваша протекает скучно и уныло, но на самом деле возможность есть всегда, главное ими вовремя воспользоваться. Учеба вовсе не сложна, тем более учесть тот факт, что у нас здесь имеются, я скажу так, самые лучшие педагоги, которые всегда идут навстречу и готовы всегда поддержать всех студентов. Как я галларга, бюджет россиянин, это WorldSkills россиянин, хамсаган, кюшкетик билибите, это хамсаган там бигеме тур баккавыт Аллах күскетик эннелетибит. Манна дейін әте қанада білінге тұрғынан төт плашақылы бігіні бұл компетенцияның дейін болар бұлайды. Чемпионатынай көріқтірі ғытабыд. Олы бетер тұққа сантехника отопления, облицовка плиткой, малярно-декоративная работы, кирпичная кладка, сухое строительство и штукатурная работа. Тен учылы, тен әтті қанник. Итет түлдергер қолары беге ғылақсын тұқтыры ғытап, күріқті келері ғытабыд. Бәйбіт студентіні бұд екерділері ғар. Публикавыт үдетінен основной плашақа болуыд. Итет күріқті келері тәрерге. Ол кәнеттен итет отборышынай открытый чемпионат аспытын кәнеттен қығылақтар уже Россия күріқті келері тақалар отборышынайға. Онтан уже где оно астахтернатон национальный финал дем бар, он на кирелле. Мы сейчас находимся в мастерской малярно-декоративной работы. Здесь у нас проходят практики. Наша группа как мастер отделочно-строительных и декоративных работ, мастер сухого строительства, мастер общестроительных работ. Здесь они проходят именно процесс
профессии маляр строительный. Работы, которые работы включаются в этот процесс, это, конечно, наклейка обоев, покраска плинтуса, шпаклевание стен, именно покраска по контуру, то есть работа именно от руки, декоративные покрытия, то есть дети сами подбирают декоративное покрытие, выбирают рисунок. Этот модуль у нас называется фристайл. И работа именно по ровности, аккуратности линии, четкости, плотности прокраса именно. И все. Получается, до 2014 года у нас была профессия мастер отделочно-строительных работ. Просто без декоративного включения. И уже с 2014 года включили как раз вот этот модуль декоративное покрытие, где наши участники уже начали работать с декоративными покрытиями. Больше практикоориентированные. Да, конечно, больше практикоориентированные, потому что в процессе теоретического процесса сначала они в теории проходят это все в учебных классах, и потом они уже работают в нашей мастерской в разных количествах по времени, да, бывает неделя, бывает 3 недели, в зависимости от модуля, от процесса обучения, да. А в основном это где-то приблизительно 3-4 недели, они по 6 часов ежедневно выполняют определенные работы согласно учебному плану. Сейчас у нас идет подготовка к региональному этапу конкурса профессионального мастерства «Профессионалы». Здесь у нас участвуют 5 участников. Они сейчас работают именно по подготовке своих поверхностей. И завтра они уже, мы дадим старт уже соревнованиям. И в течение 3 дней они будут соревноваться, показывать свои профессиональные мастерство в 4 модулях. Это, конечно, модуль обои, модуль фреска на скорость, где они работают с малярным скотчем, фристайл – это их свободная техника с декоративными покрытиями, и жесткая фреска, которую они работают от руки покраска. Это обязательно, конечно, плотность прокраса, ровность линии, ровность углов, вот таким образом. То есть выращиваете настоящих профессионалов? Да, конечно. Мы здесь учим профессионалов, поэтому наши студенты обязательно, конечно, после учебной практики идут на производство, то есть на предприятие. Они работают уже в конкретно в реальных условиях, то есть по покраске стен, по облицовке, то есть работа с гипсокартоном, когда его надо зашпаклевать, когда надо его покрасить, да. И сейчас я хочу пожелать нашим уже профессионалам, которые будут завтра стартовать, успехов. Ей технику мутагар идти улете блинги стандартка олоран итер уле программата онголлан уле вита кастахла болла олкурдук бихеха тохсу сон бирис класс кенеттен келеннер үрнеллер оннотон сахан сите илика олар бутугар тохсус класстар бутугар сүрүн болгомта илулан улелипит онна каз бидди группага куратардар опыттах психологтар соцпедагог тиутар педагог организатор бу итти улетигар сүрүн ол ролу ылалар. Антан эби үрэхтэхнигер этер буллакка ого хаян даган зырттах булуктах тен салтын эми хаятыр даганы кабабыт ол курдук бу сварычны үлелерге болун бу быйылгы сылтын саңа үлеләнеребит бу ох урутугар бу макеттардан билин сагалатлар оглор бут онуттан инники буламытыр сорукторга тураллар бихеха кем багалах келен курс курдук үрнектерин сөп кылып бәйләре интерьергир багалах жоннор келендер бәйләрен үрненнер бәйләрегер кайсыларыгар тустарыгар туханыктарын сөп темит мандык кирпичэнин оңгоктарга киренерэлләр иделлерин тахынан бу иделлерин гер эби сатабулларын сайынар кына тубу сварычны темиру хары болун кипичэнен бетон урутугар түннүк оңорутугар жарыктанылар онуттан спорт кайсыкатына мехаллар баппыт ол эбитер бихехатын залбыт бэбит техникум бутихинен соғды боллар араз бу спортивный залларга арендаламыт оннахын бир жарыктыбыт ол курдук мини футбол волейбол көрүнөрүгер биге үрдүк ситихилер таяхпит онуттан анан кен туттабыт онуттан оннук оголор келлектерин это спорт кайыскатын өрүттөр оголор келлектерин бие олу сүйөрөбит традиционный мероприятиялар бу сүрдөк албактар бихеха сүрдөк албактар оскуалларынын жан профориентационный үлелери ытабыт биги то үрөхпит
олус надалах, ага, кие сата булан сурдах сайнарар идеян саналыбут, анан уттан элбех оголор интригиллере биттен көрөбүт профориентационеллага ваннаттан биги бирок птеркелен үйренин диен ыңырабыт. Патриотическая кайысканы тутухан лелибит, ол эбитер билейн бүтүн Россия үрдүнөн ытылла турар баянны операцияларга ытыллар тарэхиндерге кыттабыт. Үксүгер волонтердар быт, студиондар быт, советтерден, активы соғылар бы бараннар, эти баянная операцияға кыттыхаллар, ытар тарэхиндерге кыттыхаллар. Специальность мастер жилищно-коммунального хозяйства, это является, скажем так, сейчас самая, ну, скажем так, необходимая профессия в нашем быту, в нашем городе, ну и везде, в каждом даже офисе, потому что все хотят, чтобы было тепло, чтобы работали туалеты, чтобы работали санитарно-душевые кабины и, конечно, кондиционирование, вентиляция в жаркую погоду. В этой мастерской в 2014 году она была запущена. И здесь началось обучение группы МЖКХ, группы теплотехников и группы СТУ-сантехников. Здесь проходят обучение, проходили обучение по сантехнике, по отоплению, по водоотведению, по водоснабжению на разных материалах, и на меди, и на шитом полиэтилене, и на пропилене тоже. Ну, в этой же мастерской, помимо того, что проходит учебная практика, здесь же начали проходить и демоэкзамены в виде итоговой аттестации, итоговой аттестации в виде демоэкзамена. Также здесь проходили чемпионаты региональные, здесь проходило даже два национальных финала в мастерской здесь. Также здесь готовятся в этой мастерской чемпионы, которые ездим каждый год на национальный финал. Мастерская оборудована очень хорошим оборудованием, прекрасным оборудованием. И 3 года назад наша мастерская была признана лучшей в России. Это когда были с агентства эксперты, да, они признали это так. Благодаря этой мастерской, благодаря тому всему оборудованию, они в полном объеме проходят курс обучения, ну и выходят нормальные, хорошие специалисты, высококвалифицированные, работают они сейчас. Много ребят работают в МЖКХ, в ЖКХ, многие работают в других фирмах, и также они приходят сюда повышать свою квалификацию, так и дальше. Зовут Сибиряков Александр, я студент 3-го курса Якутского коммунально-строительного техникума по специальности теплоснабжения и теплотехническое оборудование. По этой профессии я научился работать с трубами, например, знаю сейчас, какие диаметры, какие инструменты подходят, нужны. До этого я еще ничего не знал, можно так сказать. Да. А сейчас уже есть понимание. Вот это оборудование, пресс-машина. Тут она делает прессовые соединения, то есть прессует их. У нас есть вот этот значок, означает то, что он может подключиться к смартфону, и можно смотреть через смартфон, сколько пресс этих он сделал, зажатий, и все можно по этому смотреть. Чтобы его сделать, у нас есть вот шпилька. Ее отсоединяем и берем отсюда нужный диаметр. Тут везде написаны диаметры. Сюда вставляем его. И шпилькой закрываем. Она электрическая, поэтому ее можно использовать. Вот процент заряда, аккумулятор полный. В каждой трубе, вот это 15-й, идет только 15-я. Вот это 22-я. И к ней нужно только 22-я. Она подходит не для всех. То есть раньше это все было вручную, да? Да, это раньше все было вручную. А вот сейчас вот 21 век, ага. Вот появились вот такие вот электронные штуки, которые очень сильно помогают нам. Ага. И по времени, и по быстроте, скажем так. Ага. И по качеству. И по качеству хорошо, да. Ага. И у вас, наверное, очень много таких вот современных оборудований. Да, очень много таких современных. Вот в каждой кабинке стоит вот такая пресс-машина. Ага. В каждой кабинке она оборудована. В этих клещах есть зоны, в которых он должен входить. Вот. Вот это. Ее вставляем только поэтому. И никак иначе. Включаем. Вот кнопка включения. Ее включаем. И вот засветился фонарь. Вот. Вот, все. Она вот
запрессовала, и все, не отпустит она никак. Моя профессия необходима первым делом тем, что по нашей специальности, ну, это мало людей, которые работают по нашей профессии, и эта профессия больше всего предпочитается в каких-то больших предприятиях. Да, никогда без работы. У меня всегда будут люди, предприятия, которые не хватает таких работников по моей специальности. Вот. Поэтому без работы никогда не останусь. Он эдер чаттарэттан ыңырыяк бытын бағарабын. Бо именно белинге түрігінан анығы кем хайдетігар туту өттүте, алоқ жағақ өттүте, текоммунальны қағасты өттүте, хүддақ білін солталанна. Он то урокода кемне солтала. Эти история на ланка дах петне олох молталах. Кихе олорун то харе хласка надиер, вокка надиер, ещё и словея надиер. Он обратен ти беги чатар бет, беги бухусник та бет тариеллер. Он антан туту эту тен этер был дах петне. Он обратен кинлер омороллер. Он анте хаддах тане тугенге маннек туту ванна олох жах эдетен лахтарна. Аяқтарын иттін әркі ақтарын тобылалылар, онын де үңірек бөдеті. Өйрақы кейден, өлілен қамсан, республикалық айдарын туғығар, дөйді бұс айдарын туғығар.